Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Так, сегодняшний узор у меня из Зары, это платье, вот которое я вам сейчас покажу. Интересный такой узор, девчонки, и он довольно таки красивый для чего угодно. Не такой уж он и ажурный, да, есть здесь дырочки, но вот такая вот интересная шахматка получается. Но что самое главное, девчонки, что я вам хочу показать, смотрите. Раз, два, три. Фокус-фокус. Смотрите, какая изнанка. Вот я его изначально вязала, как брала вот из этого платья и хотела вам показать. Но тут, когда я связала образец, посмотрите, какая изнанка волшебная. Это что-то невероятное. Вот мне безумно нравится вот эта изнаночная сторона. Поэтому ваше право. Решайте, какая сторона вам нравится. Я вам показываю узор, а вы решаете, что вам больше нравится. Вот. То ли та сторона, то ли та. Вяжется совершенно просто. На основе резинки 3×3. Вот. Просто потом это все меняется в шахматном порядке. Итак, вот она наша схема. Опять на листочке. Я все-таки надеюсь, что вы мне поможете с программой. Посоветуете, в какой программе рисовать эти схемы. Вот она схема. Заскриньте. Всего 6 петель раппорт. Вот. Если в круговую, то вы вяжете просто по узору. И все. Тут как бы и в круговую очень легко вяжется вот этот узор. Я еще вам говорю на протяжении. Значит, я набираю число петель кратное 6 плюс 2 петли кромочные. И для двух раппортов я наберу 12 плюс 2, 14 петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Итак, значит, первый ряд, я же говорю, на основе резинки 3×3. 3 лицевые, 3 изнаночные. 1, 2, 3. И 3 изнаночные. 1, 2, 3. И снова 3 лицевые. Это второй раппорт у меня. 2, 3. И 3 изнаночные. 1, 2, 3. И кромочная, и изнаночная. Второй ряд по узору. Либо, если это круговой ряд, то же самое. Где у нас лицевая, вяжем лицевой. И где у нас изнаночная, вяжем изнаночной. 1, 2, 3. Лицевая и изнаночная. 1, 2, 3. Третий и четвертый раз полностью идентично. То есть по узору. 4 ряда мы вяжем просто по узору. То же самое и в круговую. И кромочная, и изнаночная. И четвертый ряд. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Есть. Итак, пятый ряд. Накид, 3 вместе, меняем местами, ставим среднюю петлю на место первой, чтобы у нас было красивое закрытие. Вот накид, и теперь мы меняем 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, 3 вместе, накид и 3 лицевые. Шестой ряд следующий. Вот. Все петли изнаночные. Если круговое вязание, то все петли лицевые. Вот и все. И все нюансы нашего вязания в круговую. То есть очень удобный узор для вязания и поворотными рядами, и в круговую. Совершенно никаких заморочек. Так, теперь у нас меняется. Значит, теперь у нас 3 изнаночные, а потом 3 лицевые. То есть вот эта резинка 3×3,
у нас меняется местами. Вот. 3 изнаночные и 3 лицевые. Это у нас 7 ряд. И далее 3 ряда мы вяжем опять же эту резинку, то есть всего 4 ряда мы вяжем по узору резинкой 3 на 3, которую мы сместили. И вот так постоянно мы просто смещаем вот эту вот резинку. И все. И весь узор, девчонки, все очень просто. По большому счету, один фокус, накид 3 вместе и все. И резинка 3 на 3. И 11 ряд, там где изнаночные, вот здесь вот ориентируйтесь по полотну. Мы провязываем лицевыми, где были лицевые, делаем сокращение и накиды. Накид, 3 вместе, накид, изнаночные провязываем лицевыми, там где 3 лицевые, делаем накид. 3 вместе, накид, и кромочная, и изнаночная. И 12-й последний ряд изнаночными петлями. Если круговое вязание, то лицевыми. Вот и все. Казалось бы, да, 12 рядов раппорт, это очень много, но на самом деле, по большому счету, это один ряд до узора. Все остальное это резинка 3 на 3. И все, либо изнаночные вот петли. Вот. И получается вот такая вот красивая, очень красивая шахматка с ажурными дырочками. Вот, вот такая вот интересная. Но самое главное, это изнанка. Она меня просто поразила. Просто поразила. Вот, смотрите, какая красота. Вот, все, девчоночки, на сегодня все. Подписываемся на канал. Ставим колокольчик, подписываемся в Инстаграм, да, и лайк ставим, и пишем комментарии, вот. А на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.